Друзья, всех приветствую на торговой сессии четверга, предпоследнем торговом дне этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить об основных фундаментальных событиях, изменениях новостного фона и о том, как все это влияет на динамику наших торговых инструментов, составляющих суть инвестиционного портфеля. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставлять вопросы и комментарии в секции с комментариями. И не забывайте, друзья, ставить лайки, за которые всем вам огромное спасибо. Ну что ж, еще один день продолжения бычьего ралли. Риск продолжает обновлять многонедельные, а некоторые активы даже многолетние максимумы. Ведь те котировки, которые мы сейчас видим по евро-доллару, уже говорят о том, что европейская валюта забралась до максимальных отметок с 2018 года. И, друзья, я думаю, что на этом европейская валюта не остановится, потому что слишком уж значителен оптимизм, который сейчас закладывают, опять же, в основу этого ралли. Все поверили в то, что европейская экономика, саммит ЕС, лидеры Европейского Союза смогут решить все проблемы макроэкономические, конъюнктурные, деньгами, и выделили под это 750 миллиардов евро, которые будут распределяться в формате кредитов и, соответственно, грантов. Европейская валюта растет на этом уже не первый день, и если сейчас попробовать поставить какие-то долгосрочные ориентиры, я думаю, что мы можем руководствоваться целями отряда инвестбанков. В Сити считают, что евро против доллара точно доберется до планки 1.20, сроки, правда, не обозначаются. Но вот Goldman Sachs считает, что евро-доллар точно подорожает выше уровня 1.20, цели ближайшие 1.25, и, возможно, понадобится ей на это всего лишь полгода, то есть как раз, друзья, до конца 2020 года. Вчера еще было выступление Кристин Лагард, но мы уже не раз убеждались в том, что она не Драги. И при всем уважении к ней, не сильно-то влияет на то, что происходит с курсом национальной валюты, не сильно влияет на рыночное настроение и на какие-то, скажем, мысли, которые, по идее, могли бы начинать витать где-то среди тех трейдеров, которые пытаются ловить в каждом комментарии председателя ЦБ намек на то, что может быть дальше. Лагард такого влияния на рынке не оказывает. Поэтому мы сейчас вооружены лишь тем тотальным позитивом, который есть. Раз уж все те, кто спекулирует сейчас в плане крупных объемов европейской валюты, верят в то, что евро окажется выше, давайте действовать по тренду. Друзья, поглядывайте на кайман рыночных настроений, индикаторов. Он по-прежнему указывает на то, что перекос очень большой в сторону тех, кто активно продает. И, как уже отмечалось раньше, рынок будет двигаться в противоположную сторону. Как только настроение изменится, тогда будем уже думать о коррекции. Индекс американской валюты снижается 94.85. Известный, я думаю, многим банк Standard Chartered, который называют зачастую банком всех банков, прогнозирует, что американская валюта, индекс доллара, просядет больше, чем на 8%, также в перспективе ближайших 6 месяцев. Следующая неделя очень важна для доллара, потому что состоится заседание Федрезерва. И американский регулятор будет комментировать перспективы изменения политики, скорее всего, с позиции того, что задействуются какие-то дополнительные меры стимулирования и монетарной поддержки. Даже, друзья, несмотря на то, что в ходе прошлого заседания Джером Пауэлл четко давал понять, что пока что позиция ФРС остается выжидательной и останется такой до конца лета, то есть до августа. Сейчас на повестке будет два вопроса. Это сроки удержания около нулевой процентной ставки и объем и состав программы количественного смягчения. Опять же, многие чиновники отмечали, что если бы сейчас была возможность обозначить какие-то предсказуемые и более-менее точные экономические перспективы для американской экономики, эти вопросы были бы решены на раз-два. Но из-за пандемии сейчас трудно прогнозировать то, что произойдет с американской экономикой, поэтому ФРС может для себя принять такую позицию, что лучше перебздеть, чем недобздеть, и начать активно действовать, предваряя, предвосхищая возможное ухудшение экономической конъюнктуры, но готовясь заранее
к этому через, может быть, новый ассортимент выкупаемых активов и облигаций. Раньше, друзья, буквально накануне я сказал, то, что эстафету от саммита ЕС, от властей Европейского Союза сейчас принимают власти ФРС, скажем так, и в целом власти США. Ведь помимо действий Федрезерва, есть еще и республиканцы и демократы, которые также пытаются согласовать сейчас новый пакет фискальных стимулов на 1 триллион, а может быть даже и больше долларов. Поэтому закладываясь под новые стимулы, это раньше был самый значительный риск для американской валюты. Мы понимаем, что этот риск реализуется. И вот этот прогноз Standard Chartered, это ожидание того, что индекс доллара будет валиться, он пока оправдан, друзья. Также мы следим за тем, как развиваются отношения США Китаем. Трамп буквально несколько часов назад объявил фактически распоряжение закрыть все дипломатические объекты в Штатах. Ранее было закрыто посольство в Хьюстоне. Китай тут же ответил, охарактеризовал это беспрецедентным, вопиющим шагом со стороны США, поэтому они также сейчас подумывают о том, чтобы закрыть посольство вот в Ухане. Терки между странами сохраняются, это, безусловно, омрачит перспективу мирового экономического роста. И на всем этом мы видим то, что доллар не справляется со своими защитными свойствами, то есть фактически трейдеры не используют доллар в качестве защиты. Поэтому сейчас мы работаем только с ожиданиями новых стимулов и с тем, что доллар будет снижаться. А вот защитные свойства, где выигрывают, это у золота. 1869, друзья, идем на 2000, конечно же, будет коррекция. Но все мы прекрасно понимаем, что тренд не может безоткатно двигаться. Коррекции, откаты будут, но самое главное, ожидание того, что золото доберется до 1900 и до 2000, они сохранятся. По серебру то же самое. Был вопрос, тоже мы на максимумах с 2012 года, сейчас почти приближаемся к уровню 23, я думаю, что ближайшая цель 25. Фунт против доллара 1.2741. Вот никак я не позволяю себе, друзья, выйти из короткой позиции по фунту, хотя понимаю, что ну ралли мощное, рост идет, но ничего не могу поделать. Слишком уж велик соблазн поторговать на потенциальных распродажах из-за Брекзита, тем более, что в начале этой недели мы получили четкий сигнал того, что соглашение и каких-то конструктивных, компромиссных, что ли, достижений, прорывов в переговорах по Брекзиту до лета не будет. Завтра блок статистики по Англии, розничные продажи, активность в производственном секторе, сфере услуг. Я очень рассчитываю на то, что слабая статистика вновь напомнит рынку, что Банк Англии рассматривает возможность снижения ставок до отрицательных значений. Короче, по фунту я держу короткую позицию. Доллар канадец, как и раньше, советую более пока не связываться с этой парой, пока мы не определимся с тем, что происходит на рынке нефти. Рынок нефти, в принципе, растет 44.38 сейчас, несмотря на рост запасов, несмотря на усиление напряженности в отношениях США и Китая, несмотря на сообщение о том, что те самые вакцины от коронавируса, которые были ранее анонсированы, не такие уж и эффективные, поскольку антитела вырабатываются на очень короткий промежуток времени. Ну и еще один нюанс, друзья. Вчера в Штатах сообщили о том, что объем добычи нефти вырос на 100 тысяч до 11,1 миллиона. Возможно, это и есть признак того, что к бизнесу начинают возвращаться сланцевые производители. Я жду 45 и повыше, оттуда буду продавать. Друзья, на этом все. Большое спасибо за внимание. Всем пока.